Такого гуру, который бы полностью отдал всего себя служению, очень редко. А также то знание, которым обладает Гурудев, оно просто необъятное. Очень трудно найти такого гуру, который бы не только учил, но и сам практиковал то, чему учит. Мы видим, что слова Гурудева никогда не расходятся с его делами. Все, что он делает, и никто не может найти во всей его жизни, сколько вот мы знаем, ни одного недостатка. Сколько ни ищи. Это означает, что у этого гуру есть все благословения Бхагавана. Мы очень удачливы. Поскольку мы сегодня принимаем обет у лотосных стоп Гурудева, обет санкалпа, то есть мы
обещаемому выполнять наставление, которое он нам даст. И это должно скрепить наш обет, то, что мы находимся сейчас в месте явления Гуранги Махапрабху. Поэтому мы должны поклясться, что мы будем следовать всю свою жизнь этому обету. Чистых уст, и она войдет в наше сердце, и там зародится росток любви к Богу. Господь придет, когда вы услышите харинам от истинного источника, как настоящее здоровое семя. Если посадить в почву, вырастет настоящее растение. Так и этот харинам, его нужно услышать из настоящего источника, тогда, войдя в сердце, он принесет настоящий плод. Гуру Махарадж идет. То, что не предложено, что не может быть предложено Кришне. Когда мы болеем, и доктор подписывает нам лекарства,
Одно из лекарств, которое он предписывает, это диета. Если мы не следуем этому диете, мы не можем быть вылечены от болезни. Точно так же преданность Верховному Господу. Харинам — это лекарство. И все, что мешает преданности, это диета, которую нужно следовать. Мы не употребляем пан. Гаудия Мат не позволяет живам удовлетворять свои чувства, увеличивать это желание удовлетворять чувства. Поэтому мы подносим, принимая просад. Но это необходимо принимать не ради наслаждения своих чувств. Если иногда в поклонении божествам необходимо подносить тамбулу, то есть пан, это делается ментально, в уме. Однажды, что произошло с преданным в Калькутте, он пришел на инициацию, сказал: я буду соблюдать все правила и предписания. Но после инициации они сказали: у меня небольшая проблема. Мы должны готовить рыбу для нашего сына. Мы сами не будем есть, но для него необходимо делать. Не является ли это проблемой? Тогда Гуру Махарадж ответил, что в соответствии с писаниями это также является грехом. Мы не должны это делать. Если ваш сын не хочет этого следовать, пусть он где-то это готовит сам, принимает отдельно, вы не должны свой вклад вносить в это, помогать ему в этом грехе. Даже те, кто готовят, раздают, покупаются, это все эти получают равные грехи. Все они получают. Я сказал им: смотрите, наш Гурудев повсюду. Поэтому правила, которые установлены, составлены нашим Гурудевом, мы должны им следовать. Мы не можем их избегать. И тогда я забрал обратно Малу, Харинам, Джапа Малу. И они ушли. Однажды произошел еще один случай. Преданный однажды сказал: мне есть 10 человек, которые хотят получить посвящение и совершать бажи, но есть одна проблема, всего одна проблема. И какая проблема? Okay.
Они могут оставить лук и чеснок. Ой, только лук. Только лук они не могут оставить. Очень любят лук. Но Гурудев говорит, что это не я даю мантру, а мой Гурудев дает мантру. Поэтому если Гурудев поставил такие строгие правила в соответствии с Писанием, поэтому мы не можем извинить никому несоблюдение этих правил. И они не смогут подносить это Господу. Они будут это есть, это будет загрязнять их сердце. И как же тогда Верховный Господь проявится в таком сердце? Я сказал, извините, я не могу позволить, чтобы такие нарушения присутствовали. Гурудев, он всеведущ, он повсюду, и он видит все, что происходит. Да, один из них согласился оставить лук, чеснок, и другие люди через год, через 2-3 года, они стали, приняли посвящение и оставили все свои привычки постепенно. Получили харинам через год, 2-3, не сразу. Когда их плохие привычки ушли. Если кто-то из вас и имеет сомнения, что он сможет, или слабости насчет этих правил, он должен сказать. В этой книге мантра Ригведы. Парамам падам сада пашанти саурайо дева сушура тотам. Лотосные стопы Господа трансцендентны. Своими материальными глазами, материальным интеллектом мы не можем увидеть Верховного Господа. Но лотосные стопы Верховного Господа, они самосияющие. Верховный Господь наиболее привлекательную, блаженную форму. Но мы не можем этого увидеть своими материальными глазами. Преданный может видеть это с помощью глаз преданности. Как? Преданные видят даршан лотосных стоп Гурудева вечно. Если мы отправимся на трансцендентную Вриндавану, мы будем всегда видеть даршан Верховного Господа с как? Своими трансцендентными глазами. Господь вечен, лотосные стопы
Господа вечны, преданные также вечны, Господь вечен. И отношения преданности между преданным и Господом также вечны. И мы должны понять это в этой мантре. Мы должны помнить об этом, когда мы воспеваем эту мантру. Мы должны воспевать Панчататву Махамантру, каждую из этих мантр 12 раз. Гуру Махараджи. Как солнце мы не можем видеть ночью. Мы должны ждать, когда солнце взойдет, и с помощью света солнца мы его сможем увидеть. Верховный Господь, Он самосияющий, как солнце. Верховный Господь, Махапрабху также самосияющий. Панчататва 5. Их пятеро. Среди них Верховный Господь Чайтанья Махапрабху. Он Радарани и Кришна вместе проявлены. Нитянанда Прабху явился как Баладев. Двайтачарья — это Махавишна. Нишествие Махавишны, аватары. Гададхар Пандит Госвами, как Радарани, явился, чтобы удовлетворить лилам Махапрабху. Те, кто поклоняются Нитай Гуранге. Нитай Гуранге. Хотят достичь наивысшей премы. Он тот зал раз. Они будут поклоняться той же Горгададе. И Бадар Пандита. Согласно нашей способности, мы должны этому следовать. Мы не должны имитировать ничего. И все трансцендентны. До их милости. Now,
Пинчататва. Все объекты поклонения. У них разные проявления лил. Это надеюсь. Панчататва, Верховный Господь. Гуру Махарадж объяснил смысл Махамантры, что Верховный Господь имеет 5 проявлений. Первое — это Чайтанья Махапрабху. Это сам Шри Кришна принял настроение Радарани и явился как Чайтанья Махапрабху. Принял форму преданного. Баладев, брат Кришны, явился как Нитянанда Прабху. Махавишну, это Адвайта Ачарья. Также Гададхар Пандит Госвами — это энергия Верховного Господа. Гададхар — это и является проявлением тела Бхагавана. Шивас — это Нарада Госвами. Те, кто хотят служить Кришне, Санти, Саки, Асоциали, Раси, они должны принять Нитянанду Прабху. Приняв посвящение Гурудеву, если мы будем искренне действовать в соответствии с наставлениями Гурудева, тогда эта раса, наивысшая раса, наивысшее достижение, мы сможем это обрести. Если мы сможем обрести наивысшую гопи-прему, поклониться Радарани, если мы следуем Горгададхару, но согласно нашей способности мы должны действовать. Если мы поклоняемся Господу, мы должны медитировать на Чайтанью Махапрабху, что Он сидит Нитянанда Прабху. Гададхар Пандит сидят по обе стороны от Него. Гададхар Пандит Госвами стоит, Шивас Пандит стоят, держит в руках зонтик. Их лотосные стопы, у их лотосных стоп сидит наш Гурудев. Таким образом мы должны медитировать. И постепенно мы сможем достичь более высокого понимания. Не только с помощью рассуждений своего ума.
Шамананда Прабу. Гурудев в Сакья-расе. Когда он общается с Дживой Госвами во Вриндаване, он несет в себе гопи-рас. Его общение с ним Шамананда Прабу достиг наивысшего. Это Гуру Парампара, если мы принимаем прибежище, тогда все будет возможно. Все проявится у нас. Что? Во время санды мы должны воспевать две мантры. Нитянанда, Шри Адвайта, Гададхар, Шивасади, Гаура Бхакта Вринда. Показывал, рассказывал. Все мантры мы должны повторять на руке 12 раз. Утром и вечером. Вы должны воспевать там 12 раз, по крайней мере. Или кратное 12, 100 раз. По крайней мере 12 раз. Мы должны помнить, сколько нам нужно раз воспевать. Снова, снова. 12 раз. 9 раз, 12 раз.
джапа мала, которые нам дадут четки. Гуру Махарадж поклоняется этим малам, он подносит туласи, начитывает сам на этих четках. Мы должны быть очень внимательны в отношении своих счетов. Махарадж очень любит преданных этих двух типов. Тот, кто слушает внимательно Харикатху, всю Харикатху от начала до конца, таких преданных Гуру Махарадж любит очень сильно. Кого Гуру Махарадж не любит. То, когда человек приходит и говорит, что у меня была щетки сумки, Гуру украл сумку, Гуру Махарадж не любит это. Если вы не заботитесь о своих щетках, то же вы сможете воспевать Харинам. Если вы уходите наружу, путешествуете, могут быть воры, не думают, что в сумке там деньги, но они воруют. Но если они увидят чётки, они просто их выбросят, это оскорбление. Это оскорбление придет к вам, если вы не заботитесь об этом. Если у нас есть сомнения, что в каких-то местах сложно сохранить четки в безопасности, не берите туда с собой четки. Пытайтесь об этом говорить. Вы должны очень внимательно заботиться о четках. Кур в лилах Чайтанья Махапрабху. Брама видел, что Браджаваси, Кришна Верховный. Как Кришна может быть Верховным Господом? Он же обычный мальчик-пастушок. Но Кришна, когда убил Агасура, демона, в длину 12 километров, обладавшую громадным телом. В форме змеи, этот демон поглощал друзей Кришны, пастушков. Кришна вошел его в рот и разорвал ему пасть. And then, how about you should be here?
Кришну, Кандалуби, вместе с пастушками, Кришну, пас коров в лесу. Туда пришел Брахма увидеть, что это за великий демон Агасура, которого убил Кришна. Брахма пришел увидеть. Курица, ты не можешь немножко сюда вот сесть? Ближе. С ногами тяжело. Еще. Так я вот так хочу. Брахма увидел, что пастушки сначала пробуют, и если им нравится вкус, они тогда дают Кришне этот плод. И Брахма подумал, он не может быть Верховный Господь, поскольку он доедает за пастушка. У него нет никаких богатств, у него ничего нет. И увидев все это, Брахма сказал Кришне. Он не может быть Верховным Господом, это не Верховный Господь. Тогда Брахма взял всех пастушков, коров, Кришну с телятами и спрятал их в пещере одной горы. И Кришна искал своих коров и не мог найти их. И тогда все искали. Кришна также отправился на поиски. Брахма сказал, как же этот может быть Верховный Господь? Он не знает, куда я спрятал его телят и пастушков. Верховный Господь должен быть всеведущим, он должен знать все обо всем. И когда Кришна искал телят, Брахма украл также друзей Кришны, пастушков. И он упал там без сознания. И когда Брахма ушел, когда Кришна улыбнулся, все пастушки, телята, они зашли из тела Кришны. Полностью такой же точно формы, вида, копии Кришны. Телят и пастушки Кришны. И Брахма вернулся через год, и он увидел, что пастушки там. Видимо, Кришна нашел их. Он пошел в эту пещеру на горе. Он увидел, что там остаются эти пастушки. И он смотрел в обеих направлениях своими головами и увидел, что там они все есть. Весь этот мир майя, я был введен в иллюзию майю Кришны. И он упал к стопам Кришны, попросил прощения. Когда он поддался Кришне, он увидел Кришну, что являет ему свою форму Вишну. Васудев Мурти Нараяна исходит из его тела. Здесь, на Антардвипе, на одном из 9 островов Маладвипы, сюда пришел Господь Брахма. Он просил прощения. Брахма из своей гордости совершил оскорбление Верховного Господа.
Поэтому Махапрабху, когда явится здесь, я должен родиться в семье мусульман. Это Махамантра Кали-Юги. Сейчас Гуру Махарадж повторит три раза Махамантру, вы должны будете повторять за ним. Во время санды вы, по крайней мере, 12 раз должны будете повторить эту Махамантру. Сейчас. Во время санды также два раза. 12 раз. По крайней мере. Повторяйте за Махамантры с Гурудевом. Yeah.
Хотя он звал своего сына Нараяну. Это было избито, что бы мы ни взяли во время смерти. Воспевание святых имен Нараяны. И так он освободился от наказания. Махапрабху послал эти святые имена. Шаштаки он говорит. И произнес. Хари Верховный Господь. Хара это Радарани. Вы говорите Радхе. Если вы зовете Хара, вы говорите Хари. Кришна. Означает зовем Радха Кришна. Радхе Кришна. Это не Рамачандра, это не Баларам, не Рам, это Радика Рамана Рам. Кришна, удовлетворяющий Радхарани, приносящий счастье Радхарани. Вот что значит имя Рама в Махамантре. Это не Рам, не Баларам. Это Радха Раман Кришна. Радхика Рама. Рамана Кришна. Зовем Кришну, зовем Радху. Смысл в Махамантре. Хари Кришна, Хари Кришна означает зовем Радарани Кришна, Радарани Кришна, Радарани Кришна. Воспеваем мантру Хари Кришна, Хари Кришна. Махамантре.
И нужно воспевать эту махамантру из глубины сердца, кратхи Кришны. И миллионов рождений, тонны грехов, они уйдут с нас. Давайте в имена Кришны. Я Джамила звал своего сына Нараяна, он получил такое благо, он позвал по имени. И все будем кого-то из детей называем Говинда, будем звать его Говинда, Говинда таким образом спасет нас. Он общался с материалистами, оставил всю практику преданности. Когда заболел, он очень сильно болел. Ему сказали врачи, что он умрет через день-два. Тогда он увидел смерть. Он увидел трех посланников Бога смерти в страшных формах. Они пришли, они связали его и сказали: мы тебя утащим сейчас в ад. Он увидел, что там к нему приближаются дикие звери, птицы, рыбы, чтобы кусать его, разрывать на части. Действие есть равное противоположное направленное противодействие. Увидев это, он испугался так, что вспомнил, он начал звать Кришна, Баларам, Дудаями, и все эти ужасы исчезли, он проснулся. Он был очень трудом, думал, что он умрет. Сказал: я не хочу ничего больше материального принести, чтобы я буду воспевать. И все преданные пришли, устроили большой праздник Санкиртана, провели Санкиртану. Никто не мог спасти его, кроме него. И затем каждую Брашмандал Парикраму, каждую Навадвип Парикраму он совершал Парикраму до конца своей жизни. Потому что такая Парикрама имеет такую большую силу. Оскорблений. Должны внимательно быть, чтобы их не совершить. Это очень
очень важно. С нее жизнь сидит поднятыми с обеими коленями. Не должен. Очень серьезно. Одно колено может быть поднято, но не оба. Мы сидим перед Гурудевом или на Харикатхе, на Бхагавате и так далее. Что ты не хочешь сюда сесть, вот так лицом, и будешь Гурудева видеть, и нас видеть. Что? Каждую эпоху, каждую югу, в Сати Трета, Двапара Югу, есть своя Махамантра. Но в Кали-югу, в эту эпоху, эта Махамантра Хари Кришна может дать все блага. Все энергии Господа вложены в эту Махамантру, в эти святые имена Хари. Она может вас одарить всеми благословениями. И мы не должны просить ничего в обмен на воспевание святого имени. Мы должны совершать только безраздельную преданность. Что если даже где-то засуха, нет дождей, мы будем повторять 24 часа Махамантру, чтобы пошел дождь, это неправильно. Или у меня болезнь, или у меня там еще что-то. Господь, вылечи меня, я буду повторять Махамантру, это неправильно. Вы, может быть, и достигнете этого благодаря этому. Это возможно. Но наивысшая Кришна Према, достичь Верховного Господа, с помощью которого все можно достичь, мы не достигнем. Гуру Махарадж говорит даже, что дети в семье, мы должны давать имена Верховного Господа. Если дочь называют именем энергии Кришны, Лалита Даси Вишакхи, Радарани и так далее. А мальчика Говинда, Матхусудан и так далее. И Шукалка. Гупал. Целый день они будут звать его, как он Гупал, Гупал, иди сюда, не хочет дать. Сердце нужно звать Хари Кришна Махамантру. Я
На этих четках вот эта петля, это Шумеру, гора Шумеру. Это большая бусинка рода Кришны. Начинаете с больших бусинок. И 8 бусинок отделены кусочком нитки. С одной стороны видите большие крупные четки, с другой мельче. Через 8 четок есть там одна заметка из нитки. Это 8 манджари, главных манджари, гопи. Аштасаки. Это главные саки Кришны. Они служат Кришне в их присутствии. Мы не должны слушать, касаться этим длинным пальцем. Чистый палец в Тарджане. Да. Воспевая внутри мешочка, должны высунуть этот палец наружу. И внутри вы будете читать на четках, а палец будет торчать наружу. Указательный палец. Таким образом вы будете воспевать с помощью пальца этого, с помощью среднего и большого пальца держать четки. Так. На каждой четочке мы должны прочитать полную махамантру. Должны воспевать начиная больших четок. Мы достигнем Сумеру. После этого мы не должны перепрыгивать через эту большую Сумеру. Мы должны повернуть четки в обратную сторону и пойти обратно с маленьких, начиная с маленьких в конец. Нужно просто их повернуть, не перепрыгивать. И повторяем в обратном направлении. Достигнув больших четок, мы снова останавливаемся, не перепрыгиваем, мы идем в обратном направлении. Мы не должны перепрыгивать через главный... Потому что здесь, на горе Шумеру, находится Рада Кришна. Мы должны, не должны их пересекать. Аштасаки, там Гурудев находится, это самая дорогая саки Рада Кришна. Иногда во время воспевания нам нужно куда-то выйти и что-то сделать дальше. Потому что мы можем, если начали читать, если вы начали с больших, или читали до маленьких четок, вы должны и вы тогда на счетчике вы можете отметить, что вы прочитали один круг, должны отпустить одну бусинку вниз. Thank you.
если вы прочитали один раз, можете посмотреть. Вы снова продолжаете с маленьких, если вы закончили на них, бусинках, на маленьких, чтобы не пересечь гору Шумеру, это оскорбление. Лучше, если вы будете воспевать четное число раз, меньше риска, что вы перепрыгнете через Радха Кришну. Пытайтесь не останавливаться на середине, иначе вы забудете. Сейчас Гуру Махарадж будет звать всех по очереди и вручать четки в руки. Done.
সাদৃশ গৌরব কীর্তন ছাড়িব প্রতিষ্ঠা মাখিব কাজ ধুরিয়া সাদৃশ গৌরব মাধবেন্দ্রপুরী হব ঘরে পুরি কভুনা করিল সদাই জানব মাধবেন্দ্রপুরী হব ঘরে পুরি কভুনা করিল সদাই মাধবেন্দ্রপুরী হব ঘরে পুরি কভুনা করিল সদাই জানব মাধবেন্দ্রপুরি ভবঘরে দূরি কবনা করিল সদাই জানব মাধবেন্দ্রপুরি ভবঘরে দূরি করিলা করিল সদাই জানব মাধবেন্দ্রপুরি ভবঘরে দূরি কবনা করিল সদাই জানব প্রভাবে স্মরণ হইবে সেকালে ভজন নির্জন সম্ভব প্রভাবে স্মরণ হইবে তাই ভজন নির্জনে সম্ভব প্রভাবে স্মরণ হইবে সেকালে ভজন নির্জন সম্ভব প্রভাবে স্মরণ কালে ভাজা